Ребята, всем еще раз привет. Дико извиняюсь за то, что эфир не получился у нас. Сначала были технические неполадки. Ну а дальше Мамраим Нарымбаевич просто не смог выйти на связь, потому что его срочно вызвали на работу, к сожалению. И еще хочется сказать пару слов о некоторых комментаторах, которые успели что-то там напечатать, эдакие неправду. Так что давайте мне вот тут не надо всякие интриги плести. У меня постоянно пропадает резинка для волос. Я вот реально уже не знаю, что делать, куда она от меня убегает, сбегает. Вообще не знаю, куда она уходит умирать. Но если у вас такая проблема, что вы делаете? То есть на запястье носить я вроде бы ношу, а потом смотрю, ее нет. Мне кажется, для любой мамочки большая радость, когда дети делают для них подарочки. Эркеле с Ширинкой каждый день мне дарят открытки. Они так их называют. Вот, сейчас хочу показать. Эркелешка подарила, вот вырезала сердечко с крыльями и нарисовала мишку. А Ширина нарисовала тортик и нутеллу. И вот смотрите, у Ширинки какой красивый почерк. Это вот она сама написала. Кстати, она идет в этом году в первый класс. Карантин сонный тотат. Бул кундердагы. Керек болчу барыбызга. Перезагрузка болду десек болот. Негизи жашоодо эмне гана болбосун, баарыны с любовью и с благодарностью принимаю. Сүйүү менен, түшүнүү менен кабыл алам. Негизи жашоодо эмне гана болбосун, баары жакшы болот деген менде жакшы девиз бар. Кичинекей кезимден бери все будет хорошо деп коем. Не гана болбосун. Себеби дегенде все хорошо будет десең, сөзсүз түрдө баары сонун болот. Доча. Ушу Ширинин постоянно мага жабышуу эле жабышуу. Бүгүн өзүнчө эле блогер болуп кеттим го. Могу кыз Ширин деген. Мага постоянно жабышуу берет. Сүрөткө түшүп аткандагы дагы удобный туруп алат да бир. Ошого көнчө көз түшөбүз. А Эркеле сүрөткө түшкөндү жактырбайт. Я не хочу деп басып кетет. Бирок Эркеле, ой Ширинка, мага жабышканы менен папасы келгенде мени унутуп коет. Ошондуктан кыздар папасына жакын болот экен. Мен өзүм аны билбейм, себеби дегенде менин атасы жок чоңойгом.